Петербурге можно бесплатно сделать прививку от гриппа. Этой осенью передвижные пункты дежурят в центре и в спальных районах. В этом году город закупил вакцину «Гриппол» для взрослых. Детей прививают «Грипполом плюс» без консервантов. Для того, чтобы сделать прививку в передвижных пунктах, достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Вне всяких сомнений можно доверять. Они сделаны для того, чтобы максимальное количество граждан Петербурга имели возможность сделать вакцин-профилактику. Вне всяких сомнений этим нужно воспользоваться. Кроме того, получить вакцину бесплатно можно в поликлинике по месту жительства. Для удобства горожан в медучреждениях даже установили единый график работы прививочных кабинетов. До 1 ноября пройти вакцинацию в них можно с 9 утра до часу дня, а также вечером с 4 до 8.